Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня мы с вами поговорим о самых надежных и беспроблемных розах, розах селекции Кардесса. Селекционные достижения фирмы Кардесса сыновья впечатляют. Анализы, оценка сеянцев длится более 7 лет. В течение этого времени химическая защита роз не применяется. Розы растут в спартанских условиях. И только после этого единицы из посаженных сеянцев предстают перед нами в виде новых сортов селекции этого питомника. Благодаря этому розы селекции Кардесс обладают уникальным набором характеристик. Среди них необыкновенно высокая устойчивость вредителям и болезням, красивые цветы, собранные в крупные соцветия, хорошая зимостойкость, обильная и сильно растянутая во времени цветения. Из недостатков роз этой селекции, на мой вкус, я бы отметила некую прямолинейность, грубоватость цветов, отсутствие некого шарма, изящества, присущего розам Остина. Но это подчеркиваю только на мой взгляд. Однако этот небольшой недостаток перекрывается их несомненными достоинствами, которые делают розы Кардесса желанными гостями в наших садах. Вот и у меня в саду растет около 30 сортов селекции этого питомника. История великой розовой компании Кардесс началась в далеком 1887 году в Эльмсхорне, в небольшом городке близ Гамбурга, где немецкий садовник Вильгельм I Кардесс основал свой первый розарий, а рядом с ним садоводческую ферму, специализирующуюся на выращивании садовых роз. Компания развивалась очень успешно, поэтому уже в 1918 году она переехала в новую штаб-квартиру в Шлезвиге-Гольштейне, где существует и по сей день. Уже в 1919 году Вильгельм Кардесс I передает свою фирму в руки сыновей Вильгельма II и Германа. Вильгельм II занимался селекцией роз, в то время как Герман отвечал за маркетинг и производство. В их руках компания процветала и достигла высот, о которых их отец даже не мечтал. 1941 год – это год, когда небывалая удача сопутствовала Вильгельму II и которая стала одной из главных причин необычайной популярности роз Кардесса в мире и по сей день. В результате селекционной работы он получил плетистую розу, обладающую уникальными качествами, такими как необыкновенная устойчивость к болезням и невероятная зимостойкость, повторное цветение и крупные красивой формы цветы. Получение этой розы было настоящим чудом, и без Божьего промысла тут явно не обошлось. Дело в том, что в 1940 году в результате скрещивания розы Ругозы и розы Вихурана он получил гибрид, который по всем законам генетики должен быть стерильным, триплоидным. Но в питомнике Кардесса, благодаря спонтанному удвоению числа хромосом, среди массы стерильных сеянцев появилось растение, давшее семена. Вот такие в природе случаются чудеса. При скрещивании этого сеянца с крупноцветковыми розами образовалась новая группа плетистых роз, которая получила название розы Кардессии. Скрещивание розы Кардессии с другими современными розами дало начало серии роз, получивших название гибриды Кардессии, которые образовали новую садовую группу, которая так и называется гибриды Кардессии. Именно гены розы Кардессии и наделили розы селекции питомника Кардесс уникальными качествами, о которых мы говорили выше. В третьем поколении руководством компании Кардесс занялся внук Вильгельма I Раймер Кардесс, его двоюродный брат Вернер Герман II.
В начале 70-х годов они начали заниматься новым перспективным направлением – селекцией срезочных роз для промышленных теплиц. И уже в 1975 году они открывают компанию «Кардес Интеррозы» в Голландии. Так, компания «Кардес» стала одним из крупнейших поставщиков сортов роз на срез в мире. 1988 год – еще одна важная дата для компании. Ведь на первый план вышло четвертое поколение «Кардес» – Вильгельм III, Бернард Хелмс и Тим Герман. В это время на предприятии уже работает около 150 человек и производится более 2 миллионов кустов роз в год. В это же время Вильгельм III нанимает другого руководителя по выведению новых сортов роз – Томаса Прола. При этом сам начинает заниматься маркетингом и торговлей. В настоящее время, с 2016 года, в текущее руководство компании «Кардес» входят Тим Кардес, Вильгельм Александр Кардес и Джон Винсент Кардес. Вот такая семейная история. Розы селекции «Кардес», которые растут у меня в саду, я показывала в своих роликах неоднократно, так как они настоящий костяк моего сада. Здоровые, надежные, обильно цветущие. И в этом ролике я хочу вас познакомить с некоторыми из них. Начну я свой рассказ с маминой розы. Розы «Бургунд 81». Это самая старая роза моего сада, ей почти 40 лет. Посадила ее еще моя мама, и она мне необычайно дорога, как память о ней. Это очень сильная, здоровая чайно-гибридная роза с огромными темно-красными цветами. И хотя этот старый сорт, он все еще продолжает быть популярным. Розу «Розариум Ютерсон» очень многие розоводы ругают из-за такой неприятной болезни, как септориоз. Но если научиться с этой болезнью справляться, то более красивой, необычайно пышно цветущей розы трудно найти среди множества сортов роз. Это настоящее украшение сада. Роза Ютерсон Розенкёнигин в точности повторяет все характеристики предыдущей розы, отличаясь от нее только необыкновенным кораллово-красным цветом и чуть меньшей силой роста. Обе этих розы необычайно хороши в штамповой форме. Роза «Симпати» – роза достаточно старая, она 1964 года селекции, но тем не менее она до сих пор желанный гость в наших садах. Эта роза сочетает зимостойкость гибридов кардезии с элегантной формой чайно-гибридных роз. Цветки у нее махровые, с высоким бокалом, с элегантно отгибающимися лепестками, ярко-красного цвета, с темными бархатными отцветами. Необычайно обильное первое цветение сменяется серией не менее обильных волн. Бельвью, роза селекции 2015 года, одна из новых роз моего сада. Она прекрасна. Не зря этот сорт входит в серию «Элеганза».
Бутон этой розы темно-красный, баклавидный, а цветок малиново-красный с фиолетовым оттенком, чешевидный, с высоким центром, необыкновенно красивой формы. Диаметр цветка около 12 сантиметров. Цветение этой розы очень обильно. Темно-пурпурные стебли повторяют основной тон цветка, что смотрится очень оригинально. Флорибунда Априкола 2000 года селекции очень хороша. Я ее называю «цвет утренней зари». На немножко взлохмоченных цветах играют все оттенки утреннего неба. Оранжевый, алый, коралловый, красный, ярко-розовый. Переплетаясь, они образуют завораживающую картину. Цветение розы обильное, повторяется в течение сезона. Возможно, такая рыхлая форма цветка не всем нравится, но лично я в восторге от этой розы. Роза Космос 2006 года селекции – одна из лучших белых роз моего сада. Невысокий до метра, красивой округлой формы куст этой розы сверху донизу усыпан сказочной красоты сливочно-белыми около 10 сантиметров цветами. В цветущем виде куст этой розы образует картину просто неземной красоты. Может, поэтому этой розе дали такое имя – Космос. Роза обладает необыкновенным здоровьем, она всегда хорошо зимует. Из недостатков могу отметить, что при длительных дождях цветы этой розы могут окукливаться, хотя кратковременные осадки она переносит хорошо. Питомник Кардес славится своими плетистыми розами. Вот и у меня более половины плетистых звезд сада именно из этого питомника. Познакомлю вас с некоторыми из них. Жасмина. Селекции 2005 года. Создана в стиле ностальгических английских роз. Нежные, изящные цветы, собранные в пышные кисти, восхищают своей идеальной формой. Цветки у этой розы густо-махровые, со сладким фруктовым ароматом. Переход от насыщенно-сиренево-розовой окраски внутренних лепестков к бледно-розовому оттенку наружных создает эффект, который напоминает роспись на мейсонском фарфоре. Свит Лагуна. Роза селекции 2013 года. Это спорт от многим известной чудесной плетистой розы Лагуна. Эта роза восхищает своим эффектным внешним видом, потрясающим ароматом и удивительной неприхотливостью. Роскошный куст выглядит словно цветочный водопад. Он усыпан нежно-розовыми густо-махровыми цветами. А их сложный, необычайно приятный аромат, включающий нотки лимона, мандарина, герани, пачули, разносится по саду на несколько метров. Флорентина селекции 2011 года – самая молодая плетистая роза в моем саду. Она привлекает внимание потрясающим глубоким красным цветом,
без всякого намека на малиновый оттенок. Форма цветка необыкновенно хороша. Чем-то напоминает розы Остина. Цветение у этой розы невероятно обильное, сверху донизу. Мимо этой яркой красавицы в саду пройти просто невозможно. Она притягивает к себе, как магнит. У этой розы только один недостаток. Она, к сожалению, почти не имеет аромата. Розы селекции Кардеса просты в выращивании и уходе, и это их главное преимущество. Именно эти качества делают данные розы незаменимыми в регионах со сложными климатическими условиями. Там, где не смогут расти нежные французские розы и зачахнут от жары или затяжных дождей элегантные англичанки, немецкие розы Кардеса поразят вас своей стойкостью, железным здоровьем и обильнейшим цветением. Если вы хотите, чтобы ваш сад был декоративен вне зависимости от погодных условий, именно розы этой селекции должны составлять костяк вашего сада. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания, до новых встреч!